В галерее художника Аркадия Ягудкина открылась выставка детского творчества. Работы выполнили воспитанники студии Елены Кривошеевой. Рисунки собирали весь год, и лучшие как раз представлены в экспозиции. Самым юным художникам по 4 года. Но они уже умело пользуются карандашом и акварелью, изображают свой дом, игрушки и родителей. Ребята постарше демонстрируют фантазии на сказочные темы или вносят элементы окружающего мира. Выставка будет работать до конца июня по адресу Ульяновск, улица Кузнецова, 4, вход со стороны улицы.